к этим местам, где нейроны передают сигнал, подключены так называемые глиальные клетки, или клетки глии. И именно ночью, именно в состоянии глубокого сна, они включаются и начинают работать как такие насосы. Они откачивают содержимое синаптической щели, они откачивают отработанные нейромедиаторы. Это именно то, что позволяет нам с утра проснуться и чувствовать себя хорошо. Ну, помимо этого, восстанавливаются визикулы, пузырьки с нейромедиаторами. Это первое. Мозг очищается. Хотите детокс? Спите нормально. Помимо этого, происходит консолидация памяти. Что это такое? У нас есть коротковременная память и долговременная память. Это не какая-то абстрактная память, это реальные структуры внутри нашего мозга, реальные нейроны. И для того, чтобы перенести информацию, обработать какие-то дела, уложить и структурировать это все, мозг должен эту информацию как-то оптимизировать. И это происходит именно во время нашего сна.